Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Давай-ка мы допройдем все, что не успели, сделаем свои дела, потому что буквально через 3 часа 17 минут у нас заканчивается неделя, то есть все обновится. В данный момент я нахожусь в Лиге Мастеров 3 звезды, ранг 32, так что давай быренько с тобой займем первое место, чтобы не переживать, хотя я и так могу не переживать, меня не сбросят уже. Так, подожди, что я делаю? Вот так вот. Ну и, например, вот этих возьмем. Нам всего лишь нужно сделать 3 победы. Ну, максимум 4. Для того, чтобы забраться в топчик. Поехали. Так, Супер Шреддер начинает. И Армагон завершает. То есть первая победа, как с куста, у нас в кармане. Так, сколько там было? 3-4, да? 3-4 позиция. Я думаю, что сейчас будет 24-я где-то. Ага, даже 22-я. Вот, все верненько. Значит, давай дальше продолжать. Возьмем вот эту вот команду. Армагон, Супер Шреддер. Ты посмотри, сколько у меня откатов. А знаешь, почему у меня столько много? Да, друзья мои, я покупал. Я покупал откаты, потому что думал, что очень много придется мне потратить для того, чтобы выбиться в топчик. Потому что был я, если не ошибаюсь, в Сёгунах, там одна звезда, по-моему. Но я что-то так быстро бустанулся, что, в принципе, эти откаты мне не понадобились. Поэтому они сейчас у меня и висят мертвым грузом. Пока мертвым грузом, потому что в дальнейшем они мне пригодятся. Ну что, посмотрим, какую мы сейчас позицию займем. По идее, должна быть, наверное, 12-я. Так, смотрим. Точно 12-я. Значит, блин, значит, нам, получается, еще нужно 2 поединка сыграть. Потому что будет вторая позиция. И, слушай, а нам обязательно занимать первую? Может быть, на второй расслабимся, а? Нет, нифига не расслабимся. Нам нужно первое место и все здесь. Я чисто из принципа его получу. Поехали. Дальше, у нас с тобой есть сыр. Я вас спросил, будем ли мы проходить испытания на Усаги. Многие сказали, что не стоит, потому что там ничего интересного нету. Поэтому у нас останется очень много сыра, и можно пофармить. В принципе, да? Вот, второе место. Ладно, давай, давай, сделаем, как говорится, бравое наше дело. Но только я не буду уже тратить здесь откаты, я сделаю немножко по-другому. Я вот так вот, оп-оп, и вот так. Все, чисто, как говорится, своими силами. Силами наших бойцов. Так, Усаги, потом Лео. А, нет, вначале Майки, конечно же. Микеланджело имеет более мощную инициативу. Теперь, естественно, Усаги, а потом Леонардо добьет, вот и все. Ты видишь. Смотри, у всех практически, ребята, мало здоровья осталось, а Донателло, как всегда, в своем репертуаре. Ну что, ему крышка сейчас, да? Естественно. Ну что, я тебе скажу. Аренку мы с тобой прошли идеально. Первое место. И давай посмотрим, что у нас там еще осталось. Так, в магазине бесплатно откроем пак. Выпадает нам мутагеноид. Собственно, персона, вот он, красавчик. Так, у нас с тобой 9500 мутагена. Это говорит о том, что мы с тобой можем еще поднять уровень персонажу, тем самым сделав себе задание ежедневное. Так, и кто же это у нас будет? А это у нас будет Ксевьер Монтес. 53 уровень. Шикарно. Ну что, давай заберем. И сразиться в боях. Пройти одну серию испытаний. Это я обязательно сделаю. Раз, два, три, четыре, пять. Окей. Ну, здесь все будет просто. Даже не сомневайся в этом. Бакстер Стокман. Наверное, с него и начнем. Бумс. Ага, запечатал, красавчик. Так, теперь шипы. Блин, какой же он мощный, а? Он эти шипы, ребята, свои разбрасывает. Ну, я имею в виду Супер Шреддер. Нафиг ты это делаешь, Рей? Ну зачем ты? Какой хил? На самом деле, я не хотел никакого хила делать, просто нажал не туда. Здесь у нас нейтрализатор плюс бибоп. Ну, естественно, вертушку делаем. Возможно, солдат этих сразу накажем, да? Дронов. Ну, двоих наказали-то точно.
Так, я думаю, что это по степенке, наверное, дуплится. А мы сделаем с тобой вот так вот. Нейтрализатор будем нейтрализовывать. Шикарно. Теперь вот этого охламона. И... ага. Вот так даже. Все. Что у нас еще остается? Фарм? Да, ребят, остается фарм. Задание. Так, выполнили. Забрали. Так, сразиться в 10 боях. Ага, и в 3. Ну, здесь все немножко попроще, ребят. Потому что мы ищем с вами на нейтрализатор, да? 7 комиксов еще нам нужно найти. Поехали. Так, раз, комикс нашли. Второй. Нужно 7. Третий. Отлично. Четвертый, вау. Пятый. Ну что, остается 2 комикса. Блин, и началось. Ага. И последний, плиз. Да блин, какая тыква. Да чтоб тебе со своим этим. Да хорош, ну давай мне комикс, говорю. Вот, все, отлично. А чего не хватает, я не понял. Не знаю. Чего? Чтобы прокачать, нам нужно 70 уровень. Ты серьезно? Что это за фокусы, ребят? Я не ожидал такого поворота, чтобы прокачать нам скилл до 6 уровня. Нам нужно прокачать, оказывается, нейтрализатора до 70 уровня. Ну-ка, погоди-ка. Ага. Даже сравнить-то не с кем. Ну-ка. Да, действительно, не с кем сравнить. Ну что, ребята, вот придется теперь прокачивать нейтрализатора до 70 уровня. Зашибись. Так, ну что, переходим с тобой, значит, куда? Давай-ка посмотрим по предметам, что у нас тут творится. Ага. Берем 3 ДНК на Шреддера. Жетонов у нас 525. Блин, буквально чуть-чуть не хватает, чтобы взять 3 ДНК на нашего голубя Пита. Плохо. Так, а может быть, нам, кстати, повезет, когда мы будем с тобой делать фарм. Так, ну, сцену насилия, ты знаешь, мы с тобой не проходили, потому что там ловить нечего. Вот здесь вот. Поехали. Какие-то маяки нам выпадают радарные. Вот, 40 жетонов выпало. Все, ребята, можем Пита покупать, как говорится, на него 3 ДНК. Да хорош, комментарик. Угу. Чувствую, дадут мне, ага. Потом подбегут и еще раз дадут шинигами. Вот это уже другой разговор. И последняя попыточка. 40 жетонов. Интересно, как ты думаешь, мы сможем? Нет, мы уже ничего не сможем. Уже ничего не сможем, потому что я все потратил. Ладно, идем с тобой в магазин. И покупаем. А, нет, все правильно. И покупаем. Ну что, еще 4 ДНК, и Пит наш вылезет наконец-то из этого дна нищенского. Почему? Потому что, ребята, он у нас в серебре. Я уже смотреть не могу на них, когда они находятся в серебре. Кстати, вот Рокстеди тоже, у него 65 ДНК. А вот с Бибопчиком немножко хуже. Да как хуже немножко-то? Очень даже плохо, ребят. 47 ДНК из 80. Надо его обязательно доставать из этого болота. Они уже... Вот ты представь, сколько мы с тобой играем уже. 3 года почти, да? И они до сих пор в серебре. Это вообще невозможно. Это недопустимо. И я очень сильно возмущен. Что мы с тобой можем еще сегодня сделать? Да, по-моему, все. Все, мы с тобой четненько сделали. Единственное, что я посмотрю рекламу, но это я уже сделаю за кадром. 10, как говорится, откатов нам не помешает. Ну да. Можно было бы попробовать, конечно, смятение пройти из другого измерения. Что скажешь, а? Ладно, уговорил. Пойдем попробуем поиграть в приключения. Смятение из другого измерения. Погнали. Сыр у нас есть? Есть. Точнее, не сыр, а пицца. Здесь тратится именно пицца. Ну и посмотрим, насколько нас тут хватит. Давай начнем. Змейка Вьюн. Опа. Теперь шипики.
И им крышка, да? Отлично. Там у нас Бибоп, Рокстеди плюс Крысиный Король. Конечно бы здесь массовую атаку лучше бы сделать, но ее нету. Проникающим давай убьем его. Норма. Не упал. Так, подожди, давай-ка, наверное, вот здесь попробуем заблокировать. Теперь сделаем вот так. Крысиный Король. Давай сделаем тройной укусик. Я думаю, что он упадет именно от этого тройного укуса. Отлично. Ну, а здесь все просто. Минус. Так, что-то он тут выпендривается, я смотрю, да? На-ка, хлыщ. Все, ребята, двигаемся дальше. А сейчас, кстати, будет момент такой, где мы встречаемся со Шреддером, да? То есть переходящий момент с одной локации в другую. Так, Крэнк, не бубни. Нам не интересно слушать, что ты там говоришь. Нам интересно завалить этого Шреддера. Так, тигриный коготь. Опа. Да ё-моё. Первая атака у него идет хорошо. Практически половину жизни он сносит. Так ведь, когда делает тусаги. Почему второй удар у него маленький, слабенький? Кстати, ты посмотри, какие у него шлепанцы у Усаги. Нифига себе, пятка там защищена как. Минус. Так, сюда. Да чтоб тебе. Ну, выходи, волк позорный. Где ты там ныкаешься на шестом канале? Как трус. Давай, давай, выходи сюда. Угу. Все, погнали. Начнем, пожалуй, с шипов. Нет, это не шипы, это клинки, скорее всего. Так. Постепенку жалко не повесили. Ну и добьешь? С двойной атаки-то, конечно, добьет. Все, красавчики мы. Быстренько его спинали. Ну, естественно, идем дальше. Так, а тут нам придется пройти... Ух, дофига уровней. Ну, да ничего страшного. Поехали. Ну, тут, естественно, друзья, придется вот брать чисто топовых персонажей, потому что враг здесь 80 уровня. То есть это самый допустимый максимум, который есть в игре. И нет смысла брать кого-то слабже. Это чревато фейлом. Так, укус. Ну, этого... Я думал, сейчас двойную атаку будем делать. Нет, распетрушили на изи. Так, здесь мы с тобой начнем вот так вот. Раз. Блин, ну давай. Давай сделаем массовую атаку, потому что здесь противные персонажи. Это Пиццелиций, Хан. Так, ну а Крип... Крип вата, по идее. Но почему-то, когда компьютер за него играет, он очень даже сильный. Как только я начинаю за него играть, он ватный. Все, прошли. Я вот смотрю на этого Армагона, ты посмотри, у него мало того, что костюм, да, офигенный такой, механический. Так у него еще там на руках всякие микрочипы натыканы. Прикольно сделан, чувак. Так, ну а здесь что у нас? Я видел, там Крип засветился. Ой, роднулька Кирби. Ну что же, начнем с него. Так, что-то он не упал у нас. Да ну нафиг, хорош, ребят, прикалывался-то. Кирби не упал. Нормуль. Так, погнали. Тут у нас кирбийский. Ай, Кирби. Крип и мутагеноид. Начнем, наверное, с мутагеноида. Ну, что ты кричишь, что тут раскричался, а? Маузер несчастный. Так, продолжаем бомбить. Ага, Армагона хотят мне, да? Уничтожить, но ничего у него не получится. Так, клинки. Крип не получил постепенно урона, потому что на нем висела иммунитетка. Поэтому как бы его Бог миловал и повезло ему. Ну что, мы с тобой двигаемся дальше. Получаем один откатик, точнее телепортик. И давай вот с этой стороны будем уже заходить. Как вы знаете, за прохождение вот этого смятения мы ничего драгоценного такого для нас не получаем, да? Никаких там карточек. Единственное, что мы можем с тобой получить деньги, откаты, телепорты можем получить и нужные нам ресурсы. В этом, в принципе, весь синус. Так, тарака, ты будешь падать? Все, он рассыпался.
Окей. Так, тут охламончики стоят уже. Кстати, это чем-то напоминает. Уже такая команда у нас была. Точь в точь причем. Пиццелицей, Хан и Крип. Да вот, по-моему, перед этим мы дрались. Вроде бы она и есть, такая же команда. Ты не оборзел ли, парень? Нифига он звезданул, смотри. Половину здоровья Леонардо сразу снес. С одной, как говорится, плюшки. Да, вот этот поворот. На тебе. Надо будет захилять нам с тобой как-то Леонардо. Потому что, ну, рискованно так играть. Когда у него половина здоровья. Давай-ка вот сюда пойдем. Раз, два, три, четыре, пять. Тут можно двумя способами. Либо супер шреддера напрячь, да, с его постепенным отхилом. Либо хивнуться самим Леонардо. То есть выбор как бы есть. Но как Севермонтас, на-ка. Давай я, наверное, все-таки сделаю вот так вот. Я думаю, что за это время мы успеем с тобой захиляться. Оу, нифига, ты посмотри. Половину здоровья сразу себе восстановил. Обалдеть. Отлично. Ну-ка, что у нас тут? Тигриный коготь, Хан, мутагеноид. Собственно, прессовно, они стоят здесь, лыбятся. Так, ну Хану, в принципе, крышка. Давай, наверное, сделаем вот так с тобой. Ух, сразу распиты ушли. Изи. Ну и Хан тоже падает. Отлично, отлично, у нас, ребята, идет проходка. Ну что же, тогда двигаемся дальше и... Там, в принципе, уже скоро закольцуется у нас круг. Раз, два, три, четыре. Четыре поединка. Давай вот сюда забежим с тобой. Быстренько разберемся с черепашками ниндзя-оригиналы. Они теперь для нас вообще никаких проблем не составляют. А раньше, да. Раньше я их очень сильно боялся. Но они на самом деле были мощные в тот момент. Но теперь, когда у нас появились очень крутые персонажи, мы их вот так вот уничтожаем. С пару плюшек. Вообще козырно. Что не удар, то трупик. Армагоша, ты ушатаешь? Ага, не смог. Так, и Лео. Я думал, на самом деле, что он сделает провокацию. Нет. Раз, и добивка. Ух, йо, какая там добивка. У него, оказывается, отложенный урон был. Отложенная смерть. Ну что, прошли. Остается там еще два боя. И три сверху, семь поединков еще. Да, быстро мы проходим. Ну, потому что на самом деле здесь все очень для нас легко. О, какие обросшие гадостью роботы тут. С одного удара, неплохо. Не понял, Юмора, че так? Жиденько-то бомбанули, я думал, что он упадет. Но, пиццелицей, да чтоб тебя, рассыпался, развалился. Развалился и поклонился. Так, здесь Бибоп и Рокстеди. Давай вот так вот сделаем с тобой. Давно просто не применял. Тидич. Месть. Так, Супер Шреддер. Клинки свои. Вот и все. Даже месть нам не понадобилась. Я просто захотел почему-то заюзать именно этот удар. Окей, двигаемся дальше. Раз, два, три, четыре, пять. Тут даже не надо брать Бакстера Стокмана. Здесь даже не надо брать Микеланджело. Все проходится и так. Крип, ну-ка. Две атаки, давай. Блин, вот ты заметил, да? Первая атака сносит где-то вот столечко здоровья, а вторая вот столько, почти в два раза меньше. Видимо, это какой-то процент идет, да, от первой атаки. Ну что у нас тут на последней волне? Угу, муха. Давай-ка я сделаю вот так, наверное. И массовую атаку. Острозуб-то сразу упадет. Блин, а вот муха выжила. Так, две атаки в минус. И консервная банка тоже, ребята, сдохла. Отлично. Так, погнали дальше. Остается всего лишь, по-моему, три поединка, если я не ошибаюсь. Раз, два, три. Да.
Очень круто и очень быстро. И даже я не напрягся нисколечко вообще. На расслабоне. То, что нужно как раз, когда ты встал только с кровати, да? Сыграть на расслабоне без напряга, чтобы твои нервы были в порядке. В отличие от игры. Поймай курицу, если сможешь. Я вчера, ребята, парился там играть. Офигевал там, каких противников мне дали. Я там вырезал, наверное, час так точно неудачных своих попыток. Сегодня буду продолжать допроходить. Так, а что нам здесь делать? Ну, давай вот так, наверное. Опа. Хана, естественно, хана надо убирать. Блин, без двойной атаки убрали, называется. Слушай, какой этот хан мощный все-таки, а? Именно по атаке. Атака, инициатива у него, конечно, вообще великолепна. Но вот ватник, он все равно падает быстро очень. Нормуль, нормуль прошли так. Леонардо, не напрягая, сидел свою вертушку, и они упали. Ну что, предпоследняя битвочка у нас. Давай. Погнали. Зэк, ну это фигня для нас. Две атаки. Раз, ну мы его не уничтожим, к сожалению. А вот теперь ему крышка. Так, этих хлопчиков надо тоже бомбануть. Что ты лыбишься там под маской? Вижу твою лыбу. Ну, здесь начнем, наверное, с массовой атаки, которой у меня нету. Вот тебе и начали называется. Армагон. А, вот, шипы есть. Есть шипы. Ну, что, муху, наверное, ликвидировать. Хотя можно вот так сделать даже. Торпедами. Оу. Муха выжила. Как она вообще умудрилась выжить после торпед? Странно. Ну что, вот и последний бой. Крэнк. Почему-то его здесь недооценили, этого Крэнка. Ему даже урезанную команду, если честно, дали. И вот я смотрю, везде тигриный коготь. Такое ощущение, что он какой-то военачальник, что ли, у Шреддера. Так, забомбили. Ну, чё ты кричишь? Нам надо тоже хильнуться. Давай вот так вот сделаю. Угу. Поехали. Минус тигриный коготь. Маузер тоже в минус ушел. Отлично. Ну и приходим к самому Крэнгу. Вот он тут сидит в этом технодроме. Давай, выходи. Потирай свои лапки. Тут еще такая фигня у него висит. Кстати, только сейчас заметил, что у него какой-то тут отросток. Ага, да еще и промахнулся. Фу, Крэнк, Крэнк. Че ж ты такой, мазила-то. Да, мы тоже, кстати, не очень много-то урона нанесли ему. О, Супер Шреддер отрывается. Так, давай валун, наверное, бросим. И что тут? Проникающий, в принципе, наверное, убьет его. Все. Иди со своим ухом одним. Ну вот, друзья мои, я говорил, что мы пройдем. И мы прошли. Остается собрать только награды. Это пак, да? Открываем. С которого ничего хорошего не упадает, только лишь сюрики, которых у нас и так очень много. Поехали смотреть. Так, я не знаю, что это, колокольчик, по-моему. Кукла Дарума. Так, ноутбук Дони. Книжечка. Хан. Ну, ты сам видишь, да? Меня больше вот это вот интересует. Вот это нам нужно. Ну, естественно, еще и верхняя строчка. Угу. Пока вроде бы все, здесь что нам выпадает. Какие-то дневники. Здесь единорог. Так, кукла. Ну и в принципе все, ребята. Ну что, немножко телепортов получили, немножко деньжат.
И остается нам с тобой сколько? 2 часа 51 минута. Буквально через это время мы с тобой увидимся и будем делать буст. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.